только на тушки. На филе социально значимая цена не устанавливается. Только на тушку курицы. Мясо птицы по социальной цене 199 рублей за килограмм. Это один из продуктов, стоимость которого в последнее время снижается. Пусть небольшой процент, но положительная динамика есть, отмечают специалисты регионального министерства сельского хозяйства. В целях стабилизации ситуации на рынке представители ведомства, а также общественные организации «Городской союз потребителей» проводят мониторинг цен. В регионе складываются низкие самые цены. Это на борщевой набор, то есть это на картофель, на лук, капусту, морковь. То есть мы как бы, у нас сложились самые низкие цены в ПФО. Подсолнечное масло снижается у нас, на сахар цена. То есть это как бы все объективно. Особенно вот на сахар на 10% где-то в сетевых организациях. Нет маркировочного ярлыка, вот сколько данный пакет содержит вес. Но цена есть. Цена есть. Вот 56,90 за 1 килограмм. Социальная цена. Сладко жить не запретишь. Недостатка в этом продукте нет. Также обстоят дела и с подсолнечным маслом. Полки заставлены бутылками с золотистым содержимым. Тот товар, что по социальной цене, выделен специальным цветом. Кстати, такая маркировка не является обязательной. Торговые сети сами принимают решение, как обращать внимание покупателей на те или иные продукты питания. Мы смотрим только социально значимую группу товаров, которая предусматривает 22 позиции товаров. Соответственно, торговая наценка на них соблюдается. Анализ ситуации на продовольственном рынке происходит в постоянном режиме. Помимо того, что специалисты выходят на предприятия торговли, еще и сами жители сообщают об изменениях цен на товары.